Всем привет, с вами канал Страна и Гирляндия, и сегодня мы с вами поиграем в Wormade. И снова наш червячок будет есть вкусняшки. Я надеюсь, что сегодняшняя игра нас не разочарует. Ну привет, крупный червячок. Сейчас мы будем собирать после тебя вкусняшки, надеюсь. Возле этого не получилось, но вот мы притерлись к двум другим, и один из них лопнул. Естественно, мы успели отхватить немножко вкусняшек. Но, к сожалению, массу поднять нам не получилось. Вернее, мы подняли массу, но всего на 85 тысяч. Какой же крутой бустер! Умножает все вкусняшки на 10, но, к сожалению, он у нас не очень долго действовал. А сейчас у нас действует бустер на 2. Умножение всего на 2. И снова нам приходится крутиться возле червячков, которые немного больше нас. Так как червяки очень большие и длина у них довольно-таки большая, то найти ихнюю голову очень сложно. Отлично! Один из крупных червяков лопнул, собираем вкусняшки, главное собрать как можно побольше. Кстати, снова у нас умножение всего на 2. Остались вверху немножко вкусняшек, собрали. Незаметно и наша масса уже поднялась более миллиона. В топ-10 мы еще, конечно, не вошли, но все-таки 16 место, вернее уже 14, это тоже неплохо. И снова бустеры, умножающие массу на 10, можно сказать, у нас простаивают. Ведь у нас сейчас нечего собирать. Хотя нет, вот немножко вкусняшек. Жаль, что у нас скорость маленькая. Не успели. Будем следовать за хвостом. И это правильное решение, ведь он лопнул. И теперь вкусняшки, к сожалению, не все достались нам. А вот сейчас мы попробуем замкнуть круг. Но, к сожалению, этот червячок, можно сказать, нас раскусил. Но у нас есть еще одна попытка. Отлично. Все-таки мы смогли его лопнуть. И вкусняшки с этого червяка нам помогли войти в топ-10. Сейчас мы находимся на 8-м месте рейтинга. Но масса наша растет. И уже почти 3 миллиона. Зеленый решил войти к нам в кольцо и совершает ошибку. И мы его съедим. Кстати, не один он совершил ошибку, еще один червячок лопнул. Так, собираем вкусняшки. Три с половиной миллиона массы и 7-е место рейтинга. И еще один червячок лопнул. Мы, как всегда, оказались в нужном месте в нужное время. Но я думаю, не одни мы здесь такие резвые. А ведь червячки, которые впереди нас в рейтинге, потихоньку лопают. И мы поднимаемся. Сейчас мы находимся на 4-м месте. Вокруг нас лопнуло много червяков. Надеюсь, в этот раз мы сможем набрать побольше массы и собрать практически все вкусняшки, которые находятся около нас. Но, к сожалению, и здесь нас опережают. Хотя мы собрали много вкусняшек. И снова мы находимся в большом скоплении червяков. Эх, как же жаль, что мы не можем пройти этого зеленого насквозь. Столько вкусняшек, и нам до них никак не добраться. Эй, не пойму, в чем дело? Вау, вот это да, ребята, вы только посмотрите, как же круто мы проходим сквозь червячков. Повтор. Скажите, а вы умеете так делать? Ребята, это, конечно же, шутка. Пройти через червячков нереально, просто у нас
обрыв интернета, и мы, к сожалению, лопнули. И нам приходится начинать все сначала. Жаль, конечно, что в прошлую игру мы так и не смогли достичь первого места рейтинга. Посмотрим, вполне возможно, вторая попытка у нас будет более удачной. И я надеюсь. Ну а пока наш червячок будет расти и пытаться занять первое место в топе, я передам приветики. И в первую очередь, как обычно, именинникам. Итак, сегодня свой день рождения отмечает Лерочка Барабаш, Наталья Загнойко. Еще поздравительный приветик Насте Фаенковой и ее сестричке Анюте. Также свой день рождения отмечает Саша и Иван Рясной. Еще приветик Дариночке Дмитриевне, Юлии Быкодаровой, Ольге Прохоренко, Мадине Маргашвили, Яночке Нагибиной, Сонечке Новиковой, Коле, Кире Котик, Яне Дзинкевич, Мурмяшный приветик Ане Котик, Юсуповой Диере, Жеребор Полиночке, Ульяне Ступиной и ее подруге Алисе Горбачевой. Большой приветик Мариночке и Никите Мацуковым, Луизе, Марии Захарченковой, Йосиповой Дарине, Алтай Кен, Тамаре Смахмутовой и Тамаре Загнойко. Еще приветик Ариночке Кудрявцевой, Инне Кирьяновой и сестричке Вике. И сегодня самый большой-пребольшой приветик Дианочке Литвиненко, ее сестричке Кате и Ежкову Максиму. Ребята, спасибо вам за правильный ответ. Что знаете, так много видов зимнего спорта. Конечно же, еще приветик Вите Куликову и 5-му Б-классу, Алексею Титову, Даше Журавель и Кате Тарасенко. Еще приветик Дианочке Кэт, Кате Тьян и 3-му Г-классу, Наталье Бородиной, Полиночке Федорчук, Софии Кэт, Артуру Зиновьеву, Даше Загоровской, Саше Милашке из Казахстана. Еще приветик Полиночке Вкусняшке и ее блесняшке Диане. Еще приветик Элиночке Мазитовой, Нине Мускиной, Оксаночке Демчук, Вадику Паненко, Анюте Заяц, Владику, Саше и Максиму. Также приветик Берганым, Несимбек, Соловьевым Константину и Альбине и Аминке Кот и Саше Кот. В то время как звучали приветики, наш червяк, страна и Игрляндия смог подняться на 3-е место рейтинга. Надеюсь, со второй попытки мы поднимемся на 1-е место. Ну вот, мы уже достигли 2-го места. А теперь нужно быть как можно осторожнее. Ведь мы здесь не одни такие резвые. И таких же, как и мы, червячков очень много. Ребята, а меня вот еще что интересует. Интересно, в таких играх, как Wormade, Wormax, будут новогодние обновления или нет, как вы думаете? Лично я надеюсь, что будут обязательно. Но в этом мы скоро с вами можем убедиться. И я надеюсь, ведь совсем скоро Новый год. Ребята, а до 1-го места нам с вами очень далеко. На 1-м месте червячок с 12 миллионами массы. Отлично, еще один крупный лопнул. Но как вы видите, сразу же все вкусняшки разбирают червячки, которые находятся рядом. И мы просто физически не успеваем собрать много вкусняшек. Хотя масса немножко поднялась, сейчас у нас более 4 миллионов. В обязательном порядке обновляем бустеры, ведь они нам нужны постоянно. И ускорение, и разворот на месте. Мне кажется, что мы съели так много вкусняшек, а посмотрю на нашу массу, на наш рейтинг. И понимаю, что сейчас нам уже увеличить массу не получится. Единственное, это при старте. Если хороший множитель на вкусняшки, тогда можно очень большую массу сделать. А когда набираешь пару миллионов массы, потом рост уже очень сильно замедляется.
Еще один червячок убился об наше тело. Ну что, здесь ничего интересного не происходит. Попробуем пробраться в середину скопления червячков. А по-моему, это я сделал зря. Ну вот и все, ребята. На этом будем заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч.